Номер один в России получает агропромышленный холдинг «Экокультура». Ну, а вручает нашу премию сказочно прекрасная фея Анастасия Макеева. Премию «Знак качества» марка номер один в России получает президент агропромышленного холдинга «Экокультура» Мария Бочарова. Браво, Мария, мы поздравляем вас. Принимайте свою заслуженную награду из рук Анастасии Макеевой. Ура! Ура, 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 спасибо! Для вас поет несравненная Анастасия Макеева. Качает цвет над улицей, нежный вечер путает следы. Что гадать нас сбудется, не сбудется, ведь как будет, знаешь только ты. Дотронься теплыми ладонями, согрей меня среди зимы. Друг другу мы не посторонние, друг другу не чужие мы. Натронься теплыми ладонями, согрей меня среди зимы. Друг другу мы не посторонние, друг другу не чужие мы. На стекле мороз рисует кружева, сердце так устало без любви. И забудь обиды все ненужные, и меня как раньше позови. Натронься теплыми ладонями, согрей меня среди зимы. Друг другу мы не посторонние, друг другу не чужие мы. Натронься теплыми ладонями, согрей меня среди зимы. Друг другу мы не посторонние, друг другу не чужие мы. Посмотри в окно свое морозное и прочтешь на выпавшем снегу. Приходи, ведь все вернуть не просто нам, без тебя я просто не могу. Дотронься теплыми ладонями.